25 сентября в детском саду «Звездочка» в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в рамках проведения профилактических мероприятий «Детское кресло и внимание дети» работниками дошкольного образовательного учреждения совместно с сотрудником ГИБДД были проведены практико-ориентированные занятия по изучению правил дорожного движения. Как отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдул-Насыр Тавбиев, более 90% наездов на пешеходов совершается в темное время суток. Продолжив, что улучшение видимости пешеходов, в частности детей, один из важнейших способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Проведение профилактических мероприятий в игровой форме помогает детям запомнить данную им информацию. Изучение правил дорожного движения является важной программой для дошкольников. Очень много машин, и они очень быстро мчатся на дороге. Ни в коем случае нельзя перекрывать дорогу перед близко идущей машиной. А вы, конечно, затронули еще важный вопрос, это то, что должны ехать на детском кресле, пристегнутыми. Поэтому, конечно, это радует, и то, что вы знаете, это, конечно, это все надо соблюдать также. Поэтому хотелось бы поблагодарить вас всех за данное сегодняшнее мероприятие и, конечно, гостей, что пришли, наблюдали за вашими выступлениями. Большое спасибо. Обучение детей безопасному поведению на дорогах и улицах являлось главной задачей мероприятия. В завершение Абдул-Насыр Тавбиев обратился к родителям, сказав, что главный залог безопасности вашего ребенка на дороге – это ваше участие и личный пример. По статистике, использование фликеров снижает риск наезда на пешеходов на 65-80%, отметил инспектор ГИБДД. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».